Наверное, только на берегу, по бережку моря прогуляетесь, возвратитесь сюда и, соответственно, зайдете внутрь. Вот это вот боевой, самый настоящий боевой корабль, который был построен в 1951 году в городе Николаеве. Это территория современной Украины. Вот длина, мы сейчас проезжаем, да, даже не весь корабль, длина его составляет 210 метров, а высота 50 метров. Ну вот это 50, это значит не только верхняя часть, но еще то, что внутри, внизу находится, в воде, соответственно. На корабле на этом был поднят боевой, вот эти знамена, да, в 1954 году. И вот слово «боевой» я ведь недаром несколько раз повторила, да, казалось бы, что уже Отечественная война закончилась, да, но тем не менее он участвовал в военных конфликтах.